Всем привет, с вами Беркли, и в этом видео у нас будет очередное видео из рубрики из GTA 5, GTA 6 моды. И сегодня мы установим новый загрузочный скрин GTA 6, который именно, ребята, вот так вот круто выглядит. То есть это уже будет такая основная обвертка нашей GTA 5 в GTA 6 моды. То есть визуально мы ее уже почти преобразили. И после этого мода мы уже перейдем к таким вот более серьезным модам там и тому подобное. Как вы знаете, в предыдущих видео мы с вами устанавливали карту спутниковую. Ну и сегодня пришло время установить именно этот Loading Screen. То есть загрузочный экран GTA 6. Что ж, ребята, давайте его загрузим. Для начала нам понадобится скачать данный мод с этого сайта. В принципе, данный загрузочный скрин создал именно я, так что вот видите моя здесь страница. Я его недавно залил на этот сайт. Также, ребята, для установки данного мода нам понадобится программа Open 4. Мы ее устанавливали в предыдущих видео. Кто не знает, как ее установить, можете посмотреть предыдущие видео или самые первые. Рубрики из GTA 5, GTA 6. Все, ребята, мы его скачали, нажимаем здесь показать папки и открываем программу Open 4. Вот она, ребята, у нас когда мы ее устанавливали в предыдущем видео. Вот, запускаем Open4, нажимаем Windows, ждем пока она у нас запустится и будем устанавливать этот ладинг Screen. Наша программа успешно запустилась, нажимаем редактирование и нажимаем да. Далее нам нужно перейти по следующему пути, Mods, Update, потом Update RPF, X64, потом Data, далее заходите в Image» и открываете сначала Scalaform Fronted RPF архив. Если он у вас, ребята, не открывается или вы не можете что-то сделать, обязательно должно светиться редактирование здесь. И сюда, ребята, в этот архив нам нужно заменить стандартный loading screen. Для этого заходим в GTA 6 loading Screen, то есть мод, который мы скачали. Открываем вот эту вот папку update, update.rpf x 64, потом data, cd image, скалы from front, RPF, И копируйте эти все файлы, сюда перебрасывайте, копируйте их. Все, ребята, мы их перебросили. Возвращайтесь здесь обратно до Scalaform Platform PC. И здесь тоже нажимаете вот здесь: вот Cd-image, Scalaform Platform PC. И отсюда с этой папки Scaliform Platform PC. Копируйте вот это вот все, вот эти вот ребята, все файлы. Просто их перебрасывайте сюда. Ждете, пока они у нас скопируются, скопировались и возвращайтесь обратно, тоже сюда. Нажимайте на эти точки. Потом заходите по следующему пути в Open 4. Нажимаете уже вот здесь вот X64, которые вот сверху здесь. Потом заходите Textures. И заменяете вот этот вот файл Fronted UTD, который тоже находится вот здесь, вот в этом архиве Textures. Fronted UTD вот так вот просто перебрасываем и заменяем. И все, ребята, наш Loading Screen GTA 6 успешно установился. Давайте запустим нашу GTA -шку и посмотрим, как он будет у нас работать. Как видите, ребята, наша GTA успешно запустилась. И нас встречает такая вот, ребята, новая картинка. GTA 6. И вот такой вот Mercedes Maybach. Это S-класса. Честно говоря, я в них не сильно разбираюсь, но это какой-то Mercedes. Вот, данная картинка будет у вас меняться в зависимости, когда вы зайдете в игру. То есть, иногда будет здесь Ferrari красная, Берлинетта. И иногда может быть еще какая-то Lamborghini. Потом, ребята, заходим в сюжетный режим. Нажимаем сюжетка и смотрите, какие у нас картинки. Тут Lamborghini SVJ. Ну, то есть картинки абсолютно разнообразные. Там есть очень много картинок, которые будут меняться. Вот э, такой вот SVJ у нас очередной. Давайте посмотрим дальше, что у нас будет. Вот у нас, ребята, Ferrari новая. Это, по-моему, Hyperlight или это не Ferrari. По-моему, это Ferrari какая-то, да? Вот. Потом еще одна очередная картинка. Давайте посмотрим. Но самое главное, ребята, что у нас уже э, логотип GTA 6. Вот и Lamborghini Huracan Performante. Вот еще Такое, такая загрузка у нас, ребята, получилась. Так, ждем загрузки игры. И видите, все у нас, ребята, успешно работает. Наша GTA успешно загрузилась. Вот. Такая вот у нас из GTA 5, GTA 6 э, новая GTA, так сказать, да. Также, если вы захотите начать новую игру или загрузить какое-то сохранение, вот, например, вот так вот, вот. Также, ребята, будет это все вот так загружаться. Видите, Ferrari уже красная там у нас. Потом еще другие какие-то автомобили будут сейчас. Давайте посмотрим. Дальше у нас опять-таки SVJ, ну и тому подобное. То есть картинки меняются. Но в основном на фоне у вас там SVJ или Ferrari, такие крутые топовые тачки. Также есть Bentley и BMW. Ну с этим нужно поиграться. Вот еще кровет какой-то. Вот с этим нужно поиграться, чтобы это все, ребята, увидеть. И немножко подождать, чтобы все картинки загрузились. Ну и еще, ребята, вот такой вот крутой у нас Shelby. Или это не Shelby, вот такой крутой дрифтовый. Или даже для драгрейсинга Маслкар крутой. Что ж, ребята, вот такое вот у нас очередное видео. Как вы видите, такая вот у нас GTA 5. Она изменена уже до неузнаваемости. Новая графика. Напоминаю, графику вы можете посмотреть в моих предыдущих видео. Как ее устанавливать, ну и тому подобное. Также мод на дороге и так дальше. Что ж, ребята, в следующих сериях мы тоже будем уже устанавливать более такие интересные моды, которых еще не было на моем канале вот это уже можно сказать мы сделали такую обертку то есть ребята вы видите мы с вами установили в предыдущих видео такую крутую спутниковую карту лодинг скрин сегодня такие цветные значки то есть gta 5 у нас уже максимально неузнаваемая но это еще не все также будут следующие серии так что ребята обязательно подписывайтесь на канал ставьте свои лайки и ждите следующих серий из gta 5 gta 6 плейлист также вы можете посмотреть плейлист отдельный на моем канале из GTA 5 GTA 6 моды. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал ну и до свидания всего хорошего.